Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Гаэтано Кьериччи, итальянский художник, в основном писавший жанровые работы, родился в 1838 году в Реджо-Эмилии и посещал школу изящных искусств в Реджо-Эмилии в 1850 и 1851 годах. Я пользуюсь переводной Википедией. Кьериччи продолжил учебу в Академиях Модены, Флоренции, прежде чем завершить обучение в Болонье под руководством Джулио Чезаре Феррари. Его ранние работы были сделаны в Италии под влиянием неоклассицизма. Его дядя, художник Альфонсо Кьериччи Альдеодатто Малатесте, впоследствии под влиянием инноваций художников Макиаоли. Именно в конце 1860-х годов он занялся жанровой живописью с домашними интерьерами, которая стала его областью специализации. Был директором рабочей школы рисования в Реджо-Эмилии с 1882 по 1901 год и первым мэром-социалистом города с 1900 по 1902 год. Его сюжеты, часто воспроизводимые с минимальными вариациями, на протяжении 30 лет вызывали восхищение публики на национальных и международных выставках в Вене, Мюнхене и Берлине. Умер художник в 1120 году. Ну, вот так вкратце из Википедии о итальянском художнике, в основном писавшем жанровые работы, Гаэтано Кьериччи. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.